Всем привет! В этом видео я нарисую очень простой рисуночек. Это будет огонь. Рисунок будет очень маленький, по высоте 16 клеточек, а по ширине 13 клеточек. И чтобы нарисовать огонь, я взяла черный фломастер для контура, коричневый, красный, оранжевый, розовый и желтый. Берем черный фломастер, начинаем рисовать контур огня. Там, где будет нижний край рисунка, отмечаем по горизонтали 5 клеточек и закрашиваем. 5 клеточек по горизонтали. От вот этой клеточки идем по диагонали вверх-влево, еще одну клеточку влево отмечаем, закрашиваем 2 клеточки. От вот этой клеточки идем вверх по диагонали влево, закрашиваем 1 клеточку. От вот этой клеточки по диагонали вверх-влево отмечаем клеточку, идем вверх, всего 3 клеточки по вертикали закрашиваем. От вот этой клеточки по диагонали вверх-вправо отмечаем клеточку, еще одну вверх, 2 клеточки по вертикали закрашиваем. От вот этой клеточки влево по диагонали вверх отмечаем клеточку и идем вверх. Всего 4 клеточки отмечаем по вертикали и закрашиваем. От вот этой клеточки идем вверх по диагонали вправо, отмечаем 1 клеточку и закрашиваем. От этой клеточки по диагонали вниз вправо отмечаем 1 клеточку и закрашиваем. Теперь от этой клеточки вниз по диагонали вправо отмечаем клеточку, еще одну вправо. Закрашиваем здесь 2 клеточки. От вот этой клеточки идем вверх, на том же уровне, отмечаем 1 клеточку, закрашиваем. От этой клеточки вверх по диагонали вправо отмечаем клеточку, еще одну вверх, закрашиваем 2 клеточки по вертикали. И от этой клеточки вверх по диагонали вправо закрашиваем 1 клеточку. Теперь от этой клеточки вниз по диагонали вправо, еще одну клеточку вниз, закрашиваем 2 клеточки. От вот этой клеточки вниз по диагонали вправо, еще одну клеточку вниз, закрашиваем 2 клеточки. От вот этой клеточки поворачиваем вправо, 1 клеточку закрашиваем. Теперь от вот этой клеточки идем вверх по диагонали вправо, 1 клеточку закрашиваем. От этой клеточки вверх по диагонали вправо, еще одну клеточку закрашиваем. И от этой клеточки вниз по диагонали вправо отмечаем клеточку и идем вниз. Всего 4 клеточки закрашиваем по вертикали. Теперь от этой клеточки идем влево вниз по диагонали, еще одну клеточку вниз отмечаем, закрашиваем 2 клеточки. От этой клеточки вправо по диагонали, вниз отмечаем клеточку и еще вниз, всего 3 клеточки закрашиваем вниз по вертикали. От этой клеточки вниз по диагонали влево 1 клеточку закрашиваем. И от этой клеточки вниз по диагонали влево отмечаем клеточку и еще одну влево, закрашиваем здесь 2 клеточки. Теперь берем коричневый фломастер, начинаем раскрашивать огонь. Вот здесь закрашиваем 2 клеточки. Здесь в уголочке 1 клеточку. И от этой клеточки вот здесь вот 3 по горизонтали закрашиваем. Теперь берем розовый фломастер и закрашиваем розовые клеточки. Вот здесь 1. Вот здесь 2. Здесь вверху 1, здесь 2 по вертикали, вот здесь 1, теперь здесь 1, здесь ведем полосочку все 4, теперь вот здесь 2, и здесь в уголочке 1. Теперь берем желтый фломастер, зарисуем 3 клеточки желтые. От вот этой коричневой клеточки идем вверх по вертикали, 3 клеточки пропускаем, на 4 останавливаемся. 1, 2, 3, 4. Теперь влево отмечаем клеточку и вниз. И здесь уголочек из 3 клеточек закрашиваем. Теперь берем оранжевый фломастер, нарисуем контур для оранжевого цвета. От вот этого уголочка вверх ведем линию 2 клеточки. Теперь вправо 1 клеточка, вверх клеточка, вправо 1 клеточка, вниз 2 клеточки, вправо 1 клеточка, вверх 1 клеточка, вправо клеточка, вниз клеточка, влево клеточка. Вот это закрасим сразу. Теперь от этого уголочка вниз клеточка, вправо клеточка, вниз 2 клеточки, влево клеточка, вниз клеточка, влево 3 клеточки, вверх 1 клеточка. Теперь от этого уголочка влево клеточка, вверх клеточка, влево клеточка, вверх клеточка и вправо 2 клеточки. И вот это все закрашиваем оранжевым.
Теперь берем красный фломастер и все остальные вот эти белые клеточки закрашиваем красным фломастером. Вот такой рисунок. Это огонь у меня получился. Рисовать его просто и быстро. Рисуночек небольшой. В прошлом моем видео я рисовала капельку воды. Тоже очень маленький рисунок. Вот у меня теперь рядом два рисуночка. Огонь и вода. Если понравились мои рисунки, не забывайте ставить лайк. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписался. Нажимайте на колокольчик возле кнопочки подписаться, чтобы не пропустить мои новые видео с интересными рисунками. И всем пока-пока!